На юге России НЛО чувствует себя как дома. Местные жители шокированы необъяснимыми вспышками в небе, причем в этот раз огни были сняты на камеру. Очертания этих фонарей были похожи на летающие тарелки. Что бы это ни было, они были довольно крупными. Колпиковы единственные смогли заснять огни, и за ночь они превратились в героев. Кадры с НЛО сразу же показали по местному телевидению. Местный телеканал ТВК продемонстрировал сюжет о необычном явлении и запостил ролик в интернете. Репортер Александр стал автором сюжета. Резкая перемена темы от удоев молока и политики. Теперь он готов сразиться за популярность секретными материалами. Когда мы выложили видео на нашем сайте, люди начали его копировать, и мы получили реакцию от еще пяти, которые также видели именно это НЛО. Уфологи говорят, что этот район юга России подобен Розуэллу в штате Нью-Мексико, излюбленное место пришельцев. Многие странные случаи можно объяснить, но не все. В Краснодарском крае действительно часты случаи инопланетной активности. Уровень практически самый высокий в стране. В таких местах, как Сочи, большом городе, который простирается вдоль побережья, и правда великие шансы заметить что-либо необычное. Откуда весь этот космический трафик на юге России? Может быть, они решили изучить место проведения Олимпийских игр? Или им просто место по душе? Что бы там ни было, истина где-то рядом.